За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Мы вместе» наградили студентов-медиков Северокавказской государственной академии, которые в период первой волны пандемии активно помогали медицинским работникам. Репортаж Руслана Джубкаева. С начала пандемии студенты-медики Карачаева-Черкесии активно принимали участие в мероприятиях, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. И за бескорыстный вклад и помощь реализации всероссийской акции «Мы вместе» отличившихся студентов приехал поздравить министр здравоохранения республики Казим Шаманов. Вы все выбрали эту профессию, вы все завтра замените всех нас, которые со временем мы уйдем. А тот опыт, что вы получили, поможет вам правильно иметь моральный стержень в работе. Вы увидите и видите сейчас, насколько важна медицина. Вся страна это поняла. Вот во время пандемии все поняли, насколько важен каждый работник здравоохранения. Несмотря на загруженный учебный процесс, будущие врачи не желали оставаться в стороне. Понимая это, руководство академии приняло решение сделать для них особый график учебы, что давало возможность не в ущерб занятиям работать во благо общества. Вклад в шлейф, который собственного вот, жизни пути каждый из вас уже сделал, он говорит об очень многом. И постарайтесь, чтобы шлейф вашего жизненного пути, он формировался за счет точно таких же благородных многочисленных поступков, которые в конечном итоге позволят вам с высоко поднятой головой смотреть и вокруг, и смотреть на пройденный путь. Памятные медали и грамоты получили 66 студентов академии, в том числе и студент 4 курса Игорь Юрченко. Мы пошли работать просто туда, для того, чтобы помочь людям, которые нуждаются. Мы в основном помогали, привозили оборудование, устанавливали кровати, также помогали, где-то какие-то вопросы решали с ремонтом. Когда не было возможности врачам этим заниматься, мы помогали. Так что, ну, только для того, чтобы помочь окружающим людям. Сегодня, когда ты получил столь высокую награду, что ты чувствуешь? Если честно, гордость. Я очень рад за себя, за своих коллег, за ребят, то, что мы получили такую высокую награду. Всего с начала пандемии в волонтерской деятельности приняли участие более 200 студентов-медиков со всей республики. Это еще раз доказывает, что профессию они выбрали по зову сердца. Руслан Джукаев, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия.